Так, это я попросила Полину сделать примерно то, что я делаю. Ну, я рисунками лечу, но не ее же символами, по-своему. Сейчас мы тут допишем имя, она знает, кому нарисовала, но я ей объясняла, что если имя, то основная энергия идет вот туда, имя, возраст или там фотография у кого как. А если кто-то притянется к этому, с ним тоже будет прорабатывать, но фокус идет на человеке, на том. Здесь пока это для всех, в принципе. А кто на это притянулся и смотрит, или с этим срезонировал? Сейчас мы сюда имя допишем, и это будет работать на Александра 51. У него действительно с желудком вопросы, чистку надо сделать от сущности. И там сейчас прединсультное состояние и с сосудами вопросы. Но в принципе вот похоже на то, что я ощущаю. Но это на языке света, который Полина проводит.